вот здесь, возле этой стены, когда вот так видно, что пытались восстановить разрушенное и восстановить тот порядок, строй, строения, которые были до удара, до вторжения. Я хотел бы тоже дать мудрую руну, которая в резонансе с этим находится, с этим местом, с этим зданием. Можно назвать это новое начало, можно назвать это восстановление порядка, можно назвать это хранение порядка. Слова, они очень слабо передают то, что делает эта мудрая руна. Я уже показывал руны охранные хранения, я уже показывал руну мудрую порядок. Но сохранение порядка гармонично. Во-первых, все в нашей вселенной это объемно. И, скорее всего, ромбик тоже можно сделать объемным. И в то же время ромбик, который будет сохранять и не двумерным, он будет тоже изображен мудрой, ладошками, но вот так. Все просто. То есть из порядка можно на сохранение. Она и закрытая, и открытая одновременно. Ладошки не соединяются, это не кубик. Мы делаем именно ромбик, но открытый. Вот как две ладошки, как что-то хранят. Потому что это вот поймали хорошее, доброе и держим. Вот такая мудрость простая. Вот из этого она переходит вот так, плавненько, соскальзывая. Она может открываться и закрываться. Почувствуйте эту руну, эту мудру. Это то же самое поддержка Вселенной, только немножко поворотом, чтобы Вселенная не просто не только так еще выпрямляла, не вертикально, но и во всех наших движениях, как бы мы ни двигались вправо-влево, вот так закручивали и сохранили. Все очень просто.